Молодые инноваторы Волгоградской области получат по 200 тысяч рублей на реализацию своих идей. Сегодня наградили победителей программы «Умник». В Волгоградской области программа «Умник» реализуется уже 6 лет при поддержке региональных властей. Смысл в том, чтобы мотивировать молодых ученых, дать им отправную точку для реализации проектов – грант в 200 тысяч рублей. К тому же их новаторские идеи должны способствовать развитию предприятий в научно-технической сфере. Важно, чтобы разработки были и актуальными, и востребованными. Интерн Кристина Бондаренко работает над созданием универсального реагента для медицинских лабораторий. Грант в 200 тысяч рублей пригодится для доработки идеи, говорит девушка. В основном деньги пойдут на закупку реактивов и на оплату труда всех, кто задействован в этом проекте. У нас сейчас в лабораториях определяют белок просто в биопробах одними красителями, а потом электрофорез, когда проводят, красят другими красителями. А мы хотим создать реагент, который можно будет использовать как определение в пробах, так и красить после электрофореза. Это и облегчит работу врачей, и удешевит анализы, говорят авторы идеи. Победители отбирала экспертное жюри. Номинации традиционные – информационные технологии, биотехнологии, медицина, создание современных материалов и приборостроение. Так, один из победителей программы «Умник» предлагает разработку грузовой платформы автомобиля. Это актуально для сельского хозяйства. Ведь, как правило, грузовые автомобили на фермах используются малоэффективно. Мы предлагаем в этой конструкции новый способ укладки рулонов в автомобиль, сена или соломы. И самое, что новшество нашей конструкции, это разгрузка. Механизм не самосвальный, то есть достаточно механизма управления нажать там одну кнопочку, и автомобиль разгружается. А за такими молодыми, умными, амбициозными специалистами будущее Волгоградской области, считает председатель регионального комитета экономики. Власти и впредь будут поддерживать идеи волгоградских ученых и начинания предпринимателей и ждут от исследователей продолжения большой работы. Притворив жизнь свои идеи, вы продолжите на следующий год точно так же принимать участие уже во второй части конкурса. То есть всего у нас, я так понимаю, по программе «Умник» можно получить порядка 400 тысяч рублей. Очень хочется вам, конечно, пожелать, чтобы вы не останавливались на достигнутом. Все-таки для региона в целом, для экономики региона, вот ваши разработки, в общем-то, очень важны, необходимы. В этот раз дипломы победителей получили 13 волгоградцев от 18 до 28 лет. В основном это студенты, аспиранты, научные сотрудники вузов и предприниматели. Елена Лыкова, Анжелика Антипина, Василий Кострыкин, телекомпания «Ахтуба».